Привет, меня зовут Ахмед Фабайхан, никнейм Red Card, игрок дисциплины Pro Evolution Soccer. Ну, сейчас играю в турнире отборочном турнире чемпионата мира в группе с Узбекистаном, Кыргызстаном, Ираном и ОАЭ. Все отлично, матчи проходят. Не сказал бы, что очень сложно, но приходится, конечно, много думать над тем, над тактиками и что делать приходится, над угловыми, над штрафными. Много приходится думать. Я играл с очень сильными соперниками, нашими казахами. Кстати, им привет передаю, да? Ну и в финале там я обыграл игрока из дисциплины FIFA. Он вышел, обыграв наших бывших чемпионов. Сильный игрок, красавчик. И с ним в финале была заруба, и я выиграл 3-2 общим счетом. А до этого в малом финале я его обыграл 3-1. Но тогда турнир был очень сложным. Я был утомлен после этих игр. Да. Ну, я уже участвовал в чемпионате ISF в Таиланде, в Бангкоке. И я там выходил в полуфинал, где проиграл узбеку, которым сегодня в одной группе. Это можно назвать вторым моим турниром, большим для меня. Но чемпионат мира – это вообще, конечно, другой уровень. Поэтому это важнее, я бы так сказал. Да, брат прорекламировал меня. Да, очень-очень много. Вот весь Актюбе за меня. И вам спасибо. Ну, я знаю, что вы за меня всегда болеете. Большое спасибо.